стали бы с этим говорить несерьезно. На самом деле, сейчас зря. Вот завтра надо финал снимать. Тут столько дров. И иностранцев, которые завтра попадут в финал, надо снимать всех. Потому что будут лазить, смотреть на них. Много. Виолетта Маликова на первом месте, результат 27,65. На втором месте Мария Степанова, 26,1. И на третьем месте Юлия Белковыцкая.